CSGO Up. Ставь свои предметы из CSGO, чтобы сорвать джекпот. Участники вносят свои скины из CSGO, и по достижению максимального количества игроков и их скинов система автоматически определяет победителя. Шанс выигрыша зависит от стоимости внесенных предметов. Ссылка в описании. Привет всем, ребята, с вами Акул и Пика. Салам, пацаны, там. Всем привет, чуваки, с вами Акул и Пика. Салам. В общем, мы сегодня крафтим АВП Boom Stat Track, который стоит... Это, тут мое слово, да? Блин, не, я забыл. 75 баксов, чуваки, 75. Нет, не 75, не может быть так дешево. А 75, алло, алло, дядь. Итак, мы сегодня крафтим статтрек АВП Boom, который стоит 3800 рублей. Шанс крафта составляет 25%. Как всегда, 25%. Нам может выпасть... Подождите, 25? Да, 25%. Я так... кто не понимает, почему 25, взгляните на прошлый крафт Азимова, Эмки Азимова. В общем, ладно, не буду вам спойлерить. Эмки? Да, я Эмку Азимов филтест крафтил. До тебя. Итак, ребята, в общем, я потратил 1500 рублей, чтобы попробовать скрафтить АВП Boom. Если... Стоять. Так, да, 25%, ребята. Ну, шанс-то неплохой, на самом деле. А там, подожди, а там что может выпасть? Там может выпасть P250 картель, кардио и спокойствие. Ну, так себе предметы. То есть я выйду в плюс, если только... Хотя, слушай, красный глянец... Это что это у нас, АК красный глянец? 50 баксов стоит, по-моему. 50 баксов? Серьезно? Да. Ну, я тоже могу в плюс выйти, серьезно? Ну, да ладно. 50. Неплохо, ребята, немного поношенные АВП статтрек бомб. Все, что я хочу, давайте напишем. Бомб здесь. Пожалуйста, давай. Бум. Какая это полетка. Это полетка. Это не АВП. Напиши, ну плетка и упадет, отлично. Не, это террорская плетка, понял? Ее тут нету. Прикинь, реально плетка упадет. Черепашка ниндзя какой-то. Волосы. Ща. Так, он держит АВП, что? АВП, короче. Ноги. Все, вот. Давай ВП, гном, короче, поехали. Все, я отправил контракт. Я отправил контракт. Понеслась, понеслась. Давай, Гейб, принеси мне АВП. Бум, дай. Я буду смотреть, я буду смотреть. Я должен знать, я должен знать. Первый раз, я давно так не делал. И мне выпадает, сука. Плетка. Зависла. Давай. И... Бляха, муха. Я надеюсь, спокойно. 2500 рублей, а я 1500. На 1000, даже на 1000 больше я вышел в плюс. Нормально? Ну блин, да. Все равно хотел статтрек АВП Boom, ребята. Ну ладно, я считаю, что это нормальный крафт был. Опять мы вышли в плюс. И да. Все равно печально, я хотел статтрек АВП Boom. Ребят, напишите в комментариях, что вы хотите видеть в следующем крафте. Мы посмотрим с Пикой и оценим, что можно скрафтить. Золотой Азимов, что? Алик, какой Азимов? А, Dragon Lord, что ли? Понятно. Ребят, Dragon Lord, у меня пока средств нету, вы можете... 2000 лайков, и он будет это делать, чуваки. Или сколько? 2000 лайков, нет. 5000 лайков. Ребят, если кто-то хочет как-то помочь нам... то есть ссылочка в описании на Steam Trade Offer, вы можете отправлять предметы свои. И приближается тем самым Dragon Lore, крафт Dragon Lore. Спасибо, что посмотрели ролик, поставили лайки, также подписались на канал. С вами был Акул, пока. И Пика. И Пика, да.